Ну и уже весьма активно обсуждают идею размещения миротворцев на Донбассе украинские политики, парламентарии. Собственно, те люди, которым и предстоит формулировать и утверждать конкретные решения по работе этой миссии. Позицию оппозиционного блока по миротворцам для Донбасса сегодня озвучил Сергей Левочкин. Идею использовать голубые каски ООН оппозиционный блок предлагал еще в 2014 году. Она была в перечне 10 инициатив по мирному урегулированию, которые мы тогда выдвигали. Мы рады, что в конце концов власть прислушалась к этой идее, и сейчас эта тема становится доминирующей. Мы очень рады тому, что мирный процесс находит свое продолжение и развитие. Мы считаем то, что будет участвовать миротворческий контингент на территории Донецкой и Луганской областей, это большой шаг к миру. Главная задача Украины на этой Генеральной Ассамблее ООН – получить решение о введении миротворцев на Донбасс. Это даст новый этап мирному урегулированию, это станет реальным шагом к прекращению огня. Мы, оппозиционный блок, готовы в парламенте поддерживать любые законопроекты, которые урегулируют ситуацию на Донбассе. Наша главная цель – мир. Мы готовы голосовать за все законы, которые принесут мир в нашу страну. Сразу после прекращения огня мы требуем, чтобы были возобновлены все социальные выплаты гражданам Украины на территории конфликта. Мы требуем, чтобы украинская власть восстановила работу банковской системы, государственных учреждений, как только будет такая возможность.